открываю очередную посылку из Китая. Это должен быть кейс под Powerbank. Ну, точнее, Powerbank, но без аккумуляторов. Так, вот такой маленький пакетик. Дошел он ориентировочно за месяц. Точно не помню. Но вот такая штучка. Так, черканул. Упаковали нормально. Почему-то розового цвета. Не знаю почему. Да ладно. Розового так розового. Этот пакет в сторону. Вот. Такой вот пауэрбанк. Интересно выглядит. Здесь вот есть лампочка. Вход на 5 вольт для зарядки. И выход для зарядки телефона. Уже. Здесь вот индикатор какой-то. Ну, посмотрим. Так, как он открывается. Вот, открылся. У меня есть 2 аккумулятора. Я разобрал ноутбук. Так, и сейчас я буду вставлять. Вот здесь написано плюс-плюс. Видите, плюс-плюс. Вставляю первый. О, светится. Уже работает. Вставляю второй. Светится. Так. Вот так и задвинуть надо. Почему-то он не полностью задвигается. А, вот. Это кнопка для фонарика. Это кнопка для фонарика. Она работает. И сейчас я попробую зарядить вот этот айфончик. Такой красивый. Это iPhone 5s. Снимаю с обычной зарядки. Это тоже качественная зарядка, хотя и китайская, но качественная. Я вам советую для айфонов заряжать вот такой дешевой зарядкой всего лишь за $1.80, до $2 она стоит, светящаяся, и вот таким кабелем. Вот кабель ZOS. Сейчас попробуем, как оно будет заряжать. Раз. Заряжает. Видите? Непонятно, сколько заряда осталось, но заряжает. 77%. Я этот телефон разблокировать не могу, но пускай поднимется хотя бы до 1%, и я поверю, что этот Powerbank заряжает. Параллельно зарядке вы можете включить фонарик. Все нормально. Вроде бы заряжает, отдает. Пускай зарядит. Это пройти должно быть, ну, должно где-то минуту. И вы увидите, работает этот Powerbank или нет. Процент заряда, вот, все, показало, 78%. Зарядка пошла, значит, Powerbank работает. Спасибо продавцу, хороший, я его рекомендую. Его стоимость всего лишь $1.70. Ссылку я скину в описании. Смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. Пока!